Кин, вопрос. Сегодня была боевая игра, ваш комментарий. Хорошая игра получилась для болельщика, в первую очередь. Напряженная, спортивная борьба, но с нашей стороны нужно было лучше играть в защите, в частности, я тоже много сегодня сделал ошибок в этом моменте, поэтому надо теперь делать выводы. И Николай, брат, второй друг, хорошо, что мы смогли в нужный момент собраться, не опустили руки, вот, и вернулись в игру, и, ну, проиграли очко, но самая важная игра еще впереди. Почему такая игра получилась? Это прерывистая. То ты проиграл, лучше, то вы, то опять. Потеря концентрации, установка была на игру четкая, мы ее не совсем выполнили. Ну, по паре защиты, то есть 82 очка, это тоже достаточно много. Вот. Так что это самый основной момент. По подборам вроде одинаковые, ну и много ошибок еще совершили тоже. В момент, когда нужно было сыграть поосторожнее немножко, мы подарили очки сопернику на этих ошибках. Слово вам, тренер, ваш комментарий. Ну, Костя практически все сказал. Если вы думаете, что говорить, Костя все за вас. Да, у нас есть как бы наши фирменные моменты, которые, ну, я говорю об ошибках в данном случае. Мы заговорили 15, 16, 18, 18 ошибок. Это то, что в первую очередь ребята уцеливают. Уйти от такого количества ошибок. Возможно, 10, возможно, 11. Как бы, чтобы иметь дополнительные атаки, ну, сегодня опять совершили 18 ошибок. Вот. И как бы превосходя команду соперника 8, мы проиграли щит. Я имею в виду общее количество подборов одинаковое, но они у нас взяли больше, скажем так, чем у них. Вот. За счет борьбы. Просил ребята играть дисциплинированнее, чем обычно. Как бы мы разбирали, готовили. Вот. Ну, к сожалению, я рад, что да, что мы вернулись в игру после минус 15. Это было немножко тревожно, в том плане интерес к его продолжению, ну, который или пропадет. Но, слава богу, мы вернулись, как очко проиграли, ничего страшного. Как за последний месяц Дика изменилась? Играли тут месяц назад, но вы не были изменения. Ну, добавился Луценко, у вас когда добавился игрок один, который может стабильно забить трехочковый бросок, как я понимаю. Это. Мы смотрели игры ваши с Черкасами, с Бельвериком. Я бы не сказал, что Липа изменилась. Характер управляет команда, хорошая команда управляет характер. Каждый идет за каждым моментом, которого то, что должны делать все игроки. Саня, спасибо большое. Игра сегодня боевая была. Комментарии, Саныш. Поздравляю всех сегодня с победой. Игроков, тренерский состав, руководство клуба. Очень тяжелая игра, такая боевая победа. Но, как говорится, кубок состоит из других, правильно, так что закончилась только, как говорится, первая половина. Нужна победа была домашняя, трибуны нас понесли вперед, вот такая получилась победа. Спасибо. Ваш комментарий, Саша. Да, добрый вечер, всех поздравляю с победой, тех людей, которые болеют за нашу команду. Это кубковый матч был, очень интересная была боюдо-острая игра. Просто Николай был впереди, то мы вели в счете, то есть были такие качели. И мы сегодня попробовали сыграть большой ротацией, но где-то моментами это принесло свою пользу. А где-то, видите, у нас опять 5 очков вот наша скамейка запасных сил проиграла. Так, в общем, хороший матч, хорошая команда Николая. Мы чуть-чуть остановились в четвертой четверти. То есть разберем эти ошибки, эти моменты, которые в этой четверти происходили. Но кубок состоит из двух матчей, поэтому кубковая система все еще впереди. Поэтому шансы равные. И те ошибки, которые были сегодня, поработаем над ними и будем их исправлять. Сегодня дебютировал новичок Луценко. Пару слов о нем. Максим Луценко, знакомый многим любителям баскетбола, играл его за Маши и в Будивельнике. Сейчас в последнее время был в Грузии, начал сезон, но там было финансовым проблемам. Он искал себе клуб, и как раз вот совпала такая ситуация. У нас
со Слепенчуком, и как раз он вовремя, ну так получилось по времени, вписался, как раз вы сами сегодня видели, очень неплохо. То есть он был в командах, которые ставили перед собой цели, задачи, то есть это бодибильник, это Азумаш когда был, то есть это те команды, которые становились чемпионами, и он как раз был в этой атмосфере, и как бы надеемся на него, и верим, что он нам поможет. Первая игра, выводы делать рано, но видно, что игрок нормального уровня. И, то есть адаптировался он сразу с первой игры. Танцы как-то сегодня долго не мог выйти в игру, когда вас отыгрывался. Ну, видно, похолодало сейчас. Люди, американцы, это естественно, они любят теплый зал. У нас зал, конечно, теплый, но не настолько. Поэтому я думаю, что это в этом, ну, одна из причин. Так он старался, но последние два очка, наверное, кто он забил? Ну, фала. Он проснулся, он, видите, как раз разогрелся. Да, поэтому я думаю, что, наверное, это одна из причин. Будем его утеплять. И танцы, и зал, я надеюсь, поэтому все должно быть нормально. Спасибо.